Здравствуйте, высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. За жестокое нападение на почтальона задержаны подростки. На улице Невской в Волгограде женщину избивали две девочки. Финиш предвыборной кампании. Социологи готовы провести опросы на выходе с 200 избирательных участков региона. Жертвами черного риэлтора и ее сообщников в Волгограде стали более десятка граждан. Людей вынудили покинуть квартиры. Обманутые дольщики вышли на пикет. Все претензии к компании «Квартстрой», которая никак не достроит квартиры, за которые взяла деньги. Санкционированный пикет провели дольщики жилищного кооператива «Доминант». Люди вложили деньги в строительство многоэтажек на улице Туркменской в Советском районе Волгограда и оказались обмануты. С 2007 года застройщик компания «Квартстрой» не может завершить работы. Мы требуем от застройщика, который находится в этом здании, чтобы наконец-то были достроены наши квартиры. Мы неоднократно писали в различные инстанции, начиная от милиции, ОБЭП, прокуратуры, депутату Хинштейну, направляли различные там запросы, писали на имя губернатора, писали в облстройнадзор. У нас все эти ответы как бы есть, но все ответы, они все в едином ключе, то есть то, что если вас что-то не устраивает, вы можете расторгнуть договор и получить неустойку, и что этот дом будет достроен там в кратчайшие сроки. Недавно я обращалась в эту компанию, буквально месяц назад, они нам сказали, если хоть один человек работает на стройке, значит стройка идет, ждите. У нас сейчас очень много непроданных квартир, пока мы квартиры не продадим, нам не на что строить. Сколько уже раз, 8 мы не переносили строительство, то есть мы ждем уже 9-й год. Порядка 90 семей страдает. Продолжает страдать, мучается, я не знаю, как это уже сказать, уже не хватает ни нервов, ни сил. Жилье отдай, жилье! Жилье отдай, жилье! Жилье отдай, жилье! В Волгограде предъявлено обвинение банде, которая выживала людей из их собственных квартир. Черный риэлтор, дама 50 лет и трое ее молодых сообщников по отработанной схеме вынуждали распрощаться с собственностью жителей различных районов Волгограда. Как выяснили оперативники, обвиняемая подыскивала собственников жилья и выкупала у них части долей в квартирах Волгограда. После чего в это жилье к хозяевам вселялись двое молодых людей, которые своим поведением, а иногда и побоями, вынуждали хозяев продать собственность, оставшиеся доли за бесценок. В результате обвиняемая выкупала квартиру целиком, а затем продавала ее по более высокой цене. К настоящему моменту полицейским известно о 10 эпизодах преступной деятельности банды, однако следствие не исключает, что аналогичных фактов может быть гораздо больше. В Волгограде за совершение жестокого разбойного нападения на почтальона под стражу помещены трое подростков от 14 до 16 лет. Все произошло на улице Невской и было зафиксировано камерой наружного наблюдения. По данным следствия, рано утром 12 сентября 2016 года подозреваемые, среди которых две школьницы 14 и 16 лет и их приятель, 16-летний учащийся вечерней школы, напали на сотрудника почты, которая в это время шла на работу. Они попытались отобрать у женщины сумку. Между сообщниками было четкое распределение ролей. 16-летняя злоумышленница била потерпевшую бейсбольной битой. Вторая школьница наносила удары руками и ногами по телу женщины. А подросток в это время наблюдал за окружающей обстановкой и в случае некой опасности должен был дать условный сигнал. Столкнувшись с активным сопротивлением, оказанным со стороны потерпевшей, нападавшие скрылись. Почтальон сейчас находится в больнице с различными травмами, а подростки, как оказалось, уже проходят по уголовному делу. Им инкриминируется угон автомобиля. В Волгоградской области завершается предвыборная кампания. В единый день голосования 18 сентября гражданам предстоит выбрать депутатов Госдумы нового созыва. В этот день социологи проведут опрос жителей региона на выходе из 200 избирательных участков. Данные экзит-полов будут тут же анализироваться и позволят составлять картину предпочтений граждан в режиме онлайн. Сегодня в избиркоме подвели итоги предвыборного периода. Ни один электоральный спор избирательная комиссия региона не проиграла в судебной инстанции, включая Верховный суд. Для нас это такой еще один большой плюс, демонстрирующий правомерное движение и развитие избирательной кампании в ходе от отрезка ее начала, официального старта, до
сегодняшнего дня. Помощь журналистам, которые будут освещать ход голосования, в облсберкоме подготовили методические издания. Помимо этого, сегодня были представлены справочные материалы для сотрудников участковых комиссий и полицейских, которым предстоит охранять правопорядок 18 сентября. На этом все. До свидания.